Выступление Пугачевой расценили как вызов Владимиру Путину. В сети появилась информация о том, что видеофайл с выступлением певицы якобы был запрещен на территории России. Некоторые пользователи расценили ее выступление как плевок в лицо Владимиру Путину. Эта песня не новинка в репертуаре артистки. Она, по данным портала, была написана в 1984 году и имела изначальное название «Не надо лгать». Накануне в Сочи прошел конкурс «Новая волна», где Пугачева дала вторую жизнь своей песне 30-летней давности. Пугачева вышла на сцену в черном длинном платье и в финале изобразила мать, качающую ребенка. Как пишет газета «Комсомольская правда», данную композицию певица вспомнила не просто так. По мнению автора статьи, эта песня – ответ завистникам певицы, которые распускают слухи о ее особняках в Израиле и Майами.